30 августа в преддверии нового учебного года дети детского сада «Пяксики» посетили спортивные соревнования. Подобные мероприятия представители спортивного комплекса «Калев» проводят со всеми садиками и школами города Силамяев. Цель данного мероприятия прежде всего привить у детей стойкий интерес к занятиям физической культурой и спортом, как я уже говорил, да, ранее. И, в принципе, поспособствовать здоровому образу жизни детей с самых ранних лет. В таких спортивных мероприятиях мы всегда готовы участвовать. Мы проводим очень часто и на нашем участке, на участке детского сада, в нашем спортивном зале, в бассейне у нас проходят тоже. Но и когда приглашают нас для участия, будь то на территории Калева или на стадионе, мы всегда готовы принимать участие. И, конечно, всегда участвуем. Открытый молодежный центр готов к сотрудничеству. Пожалуйста, приглашайте. По возможности мы готовы помогать. Сейчас у нас в планах работа с учебными учреждениями города и готовим совместное мероприятие с спортивным комплексом, связанное уже с бегом в нашем городе. Дети детского сада весело провели время в дружной компании, а спортивные соревнования были организованы профессиональными тренерами, которые подготовили развлекательную, полезную и насыщенную программу. Хочу поздравить все население Силамяя, да, руководство детских садиков, школ. Спасибо за заботу о детях, но я думаю, что основная задача – лицо стадиона у нас, лицо – это лицо города, что нужно все-таки обратить внимание на стадион, это на беговые дорожки, на искусственное поле, которое требует капитального ремонта. Вот это главная задача. И посмотрите, будет не только дети, а будут и взрослые все заниматься на стадионе, это будет настоящий праздник. А завершилось все любимым развлечением всех мальчишек и девчонок – догонялками, в которые дети сначала убегали от миньона, а потом наоборот догоняли его. Дети получили очередную порцию хорошего настроения и веселыми вернулись в свой родной детский сад. Если вы желаете, чтобы мы сняли репортаж о вас или вашем мероприятии, звоните 5133842.